вот этот вот дом уже стоит, построен в прошлом году, тоже с подвальным этажом. Вот видите, уже второй год, усадку до сих пор вот, оно все ниже, ниже, все опускается и опускается. Поэтому мы решили под крыльцо засыпать песком и послойно его затрамбовать. Послойно затрамбовать. Ребя. Тем самым хотя бы здесь усадку поменьше даст. А вот эта часть, она просядет полностью. Даже и не хватит, мне кажется, потому что у этого дома тоже так же было, и просело сантиметров на 30-40. Стандартно, ничего необычного. Внизу 16 арматура, выпуска 16 арматуры, а нижняя тоже 16 арматура. Даже